Джохару Царнаеву предъявили официальные обвинения по 30 пунктам. Большинство из них предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь. Среди них умышленное убийство с применением оружия массового поражения, приведшее к смерти 3 человек у финиша бостонского марафона. А также убийство полицейского, который пытался задержать Царнаевых. По версии следствия, братья Джохар и уже покойный Тамерлан вместе совершили это преступление.